Приветствую, дорогие. У нас идет подготовка к празднику жатвы. Вот. Зона наряжает. Славянцы репетируют. Фотозона, смотрите, шикарная. Вот. В кресло садишься и, в общем, фотографируешься. Этажерка там, часы еще, смотрите, вон там винтажные. Вообще супер. Если ты не знаешь, куда пойти в воскресенье, приходи к нам на праздник жатвы. Что хотел сказать? Вот про жатву я хочу сказать. Господь говорит, что времена сеяния и жатвы не прекратятся. Что посеет человек, то и пожнет. Обманываться здесь не надо. Глупо думать и ожидать плодов каких-то, например, помидоров, если ты посадил огурцы. Ну, не вырастут. Вырастут огурцы. Поэтому во что мы сегодня сеем? Какой посев мы сегодня несем в свою жизнь? Какую жатву мы сегодня пожинаем? Библия говорит, наблюдай праздник жатвы. Знаешь, то, что сегодня, возможно, происходит с тобой, со мной, возможно, это жатва нашего прошлого. Может, сегодня ты переживаешь какое-то трудное время? Возможно, это жатва, когда было совсем нетрудное время. Что же делать, друзья? Крепиться, терпеть, что делать? Друзья, надо во время плохой жатвы начинать сеять добрые семена. Добрые семена. Жатва закончится. Придет время, и будешь жать доброе. Поэтому, как сеять? Надо быть делателем. Надо служить. Надо спасать людей, проповедовать Евангелие. Надо брать ответственность в церкви. Надо быть верным человеком. Тогда твои семена будут добрые. И придет время, когда плохая жатва закончится, и ты будешь пожинать добрые плоды своей жизни. Будь делателем.